Как быстро летит время. Выросла моя девочка. Сейчас школу закончит. Потом университет. Эх, однако вкусы ее понимать я так и не научилась. Ничего, просто хотела узнать причину твоего веселья. Но ты все равно ничего не поймешь. Ладно. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен и всерьез. Откуда ты знаешь эту песню? Это песня моей молодости. Что? Это же песня Егора Крида. Аля, я не знаю, кто это, но этой песне уже много лет. И ее исполняет Алла Пугачева. Ничего ты не понимаешь. Привет. Ну как дела? Всю домашку сделаю. Опять ты со своей домашкой. Ну не будь занудой. Лучше гулять пошли. Ладно, пойдем. А что это ты не в настроении сегодня? Мам свою не понимаю. А что именно произошло? Сегодня по телевизору играла песня «Миллионы алых роз». Я удивилась, что мама ее знает, потому что она вообще не разбирается в современной музыке. Я у нее спросила, откуда она ее знает. Она сказала, что ее исполняет какая-то Алла Пугачева, что это песня ее молодости. Но ее исполняет мой любимый певец. Ну что я тебе могу сказать? Твоя мама права, потому что эту песню действительно исполняет Алла Пугачева. Ну, если не веришь мне, давай посмотрим в интернете. И на все деньги купи. Целое море цветов. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Ты куда? Что? Извини, что я тебе не верила. Все хорошо.